Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские ботинки английского бренда Dr. Martens. Верх модели выполнен из натуральной кожи теленка. Шлифованная обработка сделала ее более прочной и плотной, придала ей гладкость и блеск. Обувь из шлифованной кожи отлично сохраняет свою форму и при правильном уходе долго служит. Шнурки регулируют посадку. Фирменные 8 пар металлических ливерсов защищают кожу. Пару дополняет молния, с которой обуваться легче и быстрее. У ботинок нет подкладки. С вашей ногой соприкасается бархатистая изнанка кожи. Она мягкая и приятная на ощупь. Стелька с покрытием из натуральной кожи и текстиля поддерживает правильный микроклимат в обуви. Подошва из ПВХ легко переносит воздействие масел, кислот, щелочи, бензина и противостоит любым погодным явлениям. Она очень износостойкая. Подошва повторяет анатомические изгибы стопы, а воздушная подушка AirWear смягчает удары при ходьбе. Ваши ноги будут меньше уставать. Ботинки дополнены узнаваемой петлей с надписью «With both insoles». Подошва пришита к верху обуви швом Goodyear от Dr. Martens. Шов скрепляет в одно целое основную стельку, верх обуви и рант подошвы. Строчка выполнена традиционными для Dr. Martens желтыми нитками. Пространство между основной стелькой и подошвой заполняется нетканным материалом. Это утепляет и амортизирует обувь. После рант припаивают к подошве, и они превращаются в монолитную конструкцию. С таким креплением обувь надежная, эластичная и гибкая. Ботинки нельзя назвать абсолютно непромокаемыми, но их можно носить в дождливую погоду. Высокая подошва и рант не дадут воде попасть внутрь. Носите эти ботинки в стиле городской рок с элементами casual, с узкими кожаными брюками и объемной рубашкой. Они будут хорошо смотреться с джинсами, брюками карго, свитером крупной вязки и шерстяным пальто. Наслаждайтесь качеством с вашими новыми ботинками Dr. Martens.